Футбольная команда «Турбо» из Ленинского района Самары готовится к напряженной игре. Ребят не смущает пасмурная и дождливая погода. На кону поездка в Питер. Туда поедут две команды, которые победят в областном этапе турнира «Лето с футбольным мячом». Ребята рвутся в бой. Вся подготовка начиналась года 3 назад. Команда собрана, второе место нас никогда не устраивало. Я бы не сказал, что есть какие-то сильные конкуренты здесь. Просто настрой боевой. Для Максима Сысоева это последняя игра в этом сезоне. Ему уже 14, и у него впереди, возможно, профессиональные матчи. А пока, как и друзья по команде, он мечтает о поездке в город на Неве. Отец его полностью поддерживает. С 5 лет играет, участвует в турнирах. Когда побеждает, когда проигрывает, волнуется, переживает. Он говорил, чтобы было спокойствие спортивное, чтобы не было травмы, чтобы победа пришла. Футбол, он как бы мотивирует к учебе, к всему. Областной этап турнира «Лето с футбольным мячом» прошел на стадионе «Локомотив». Чтобы попасть сюда, ребятам пришлось преодолеть жесткую конкуренцию. В отборочных этапах сыграло 18 тысяч подростков. До стадиона добрались 24 команды. А выйдут на федеральный уровень лишь две. Мы видим горящие глаза болельщиков, родителей. А самое главное, мы видим, как хотят наши детки играть сегодня, несмотря на такие непростые погодные условия. Готовы играть и побеждать. За 11 лет существования этого проекта более 380 тысяч детей приняло участие. Можно говорить о массовости, наверное, многократно. Футбол является самым массовым в Самарской области видом спорта. После чемпионата мира все знают, что интерес к нему повысился многократно, что люди повели своих детей в футбол на футбольные площадки новые в рамках наследия. Самара – это футбольная столица нашего Поволжья, поэтому я считаю, что звездочки всегда есть, только их нужно искать. Финал турнира «Лето с футбольным мячом» пройдет в конце августа в Санкт-Петербурге. Александр Шугаев, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События.